Если у меня нет денег, я не могу делать добрые дела? Однозначно нет. Если у человека нет денег, он однозначно может делать добрые дела. Совершенно не обязательно жертвовать денежные средства, а еще возможно просто-напросто прийти и навестить больных. Возможно, приходить и помогать людям, приносить им что-то. То есть совершенно не обязательно использовать только свои финансовые возможности. Для того, чтобы сказать спасибо другому человеку, улыбнуться ему, создать ему хорошие эмоции, совершенно не нужно тратить на это деньги. И поэтому, даже если у вас нет абсолютно никаких денег, вы можете делать добрые дела, помогать людям, создавать им очень положительные эмоции и не тратить на это ни копейки. Это называется гмах, гмилут хасадим, делать добрые дела. Хофец Хаим в книге Агават Хесед пишет, что ничем не меньше заслуга за добрые дела, сделанные без затрат денежных средств, чем просто вот прийти навестить больного друга, сказать ему добрый день.